На душе уже весна. Соответственно, у сильного пола, как правило, пробуждаются самые прекрасные чувства к слабому. Это и подвигло Олега Копенкова, директора КГБ, клуба гитаристов Беларуси, организовать в первый месяц весны исключительно женский фестиваль. Впервые музыкантов делят по половому признаку. Участницы дамы, да и сама гитара тоже из их числа. Ее сделали по форме женщины. Она действительно напоминает своей формы женщину, в который влюбился когда-то Аполлон, в Дафну. Гитаристы очень любят этот инструмент, преданный. Многие даже не женятся, говорят, все, я уже женился на гитаре. От барокко до хард-рока. На сцене звучит лютня, предшественница гитары, за кулисами разыгрывается ласма, она же Света, единственная в Беларуси профессионально электрогитаристка. Девушка обожает свой инструмент, любит джаз-рок, еще и поет. Я играю вживую, всегда играю честно, всегда играю по правде, и еще с таким шоу.